Всероссийское дерби – не только скачка, одержать победу в которой хотят все тренеры и жокеи. Победители и участники этого приза оставляют ощутимый след в истории российского конозаводства. Это означает, что в скачке традиционно принимают участие самые сильные лошади страны. Из первой двадцатки современного рейтинга производителей России 8 жеребцов принимали участие во всероссийском дерби. Трое из них стали победителями – Мономах, Бор и Статик Мемори. Четверо заняли призовые места – это Паландер, Серебряный Бор, Инкандесент Стар, Вейт оф Даймондс и Рейскар Рапсоди. Последние четыре всероссийских дербиста, за исключением Хирумо, еще продолжают скаковую карьеру. Самый молодой дербист, работающий производителем, это Чилд Плей, 2015 года рождения. От него уже есть зарегистрированные две ставки жеребят, но дебютируют они на ипподромах в 2025 году. Самый молодой победитель дерби, чье потомство приступило к испытаниям, это Firebird, 2014 года рождения. Он имеет уже двух стартовавших жеребят и одного победителя – кобылу Flying Soul. Flying Soul выходит на второе место и мощный бросок делает. Flying Soul выигрывает скачку. И Child Play, и Firebird получены от лучшего производителя России последних лет Паландера, который работает в Волгоградском конном заводе, а также в свое время финишировал вторым во всероссийском дерби. Успешный старт в качестве жеребца-производителя получился у Даки, триумфатора дерби 2015 года. На его счету уже три победителя группового уровня. Все они получены в ставке 2021 года рождения, и все они кобылы. Это Теодория, победитель пробного и большого призов, Миднайта, победитель призов Струны, Арагвы и Малого Дерби, и Лаки Гроу, обладатель осеннего приза. Все победы оформлены кобылами в Казани. И Миднайта выигрывает приз Мисс Татарстана, приз Арагвы. Среди дербистов последних 20 лет один зарекомендовал себя класснейшим производителем и вышел в лидеры российского рейтинга. Конечно же, речь о Мономахе, конного завода Донской, на счету которого уже 24 победителя группового уровня и два региональных дербиста – Семен и Альманах. А среди внуков еще 5 групповых лошадей, в том числе ростовская аксистка Увита. Обладатели классических призов дали еще три победителя всероссийского дерби последних 20 лет. Это Нордстрим, чей Лендруш в этом году взял грозненское дерби, Акбаш, чья внучка Рената выиграла в прошлом году Окс в Казахстане, и совершенно отдельной величиной в ряду всероссийских дербистов стоит великолепная кобыла Мунтистал. Она не только стала чемпионкой 3 лет московского ипподрома, но и на поприще заводской кобылы дала в конном заводе Секрекова 5 групповых потомков. Ее сын Сиэтл Мун провел беспроигрышную скаковую карьеру и сам стал успешным производителем. За свою непродолжительную заводскую карьеру он дал 10 групповых лошадей, в том числе 4 региональных аксисток. Выступать во всероссийском дерби не просто почетно. Это шанс для каждой лошади войти в историю. Не только на скаковой дорожке, но и в конном заводе. Желаем успешно распоряжаться талантами своих питомцев. И пусть победит сильнейший.